сказал во вторник, скажу. Ольга Николаевна пришла в наш колледж 7 октября 2014 года. Что сделала она с самого начала, это она обошла все аудитории нашего колледжа и посмотрела, в каком состоянии находятся наши кабинеты, наши коридоры, наши лаборатории, наши мастерские. За очень короткий срок, я считаю, мы сейчас занимаемся в отремонтированных аудиториях. У нас новое оборудование, благодаря которому наши студенты получают призовые места во всероссийских олимпиадах. И нам не стыдно за то, что мы работаем в этом колледже, мы гордимся, и наши дети гордятся. И я считаю, что все это благодаря усилиям нашего директора Ольги Николаевны. К ней всегда можно прийти просто поговорить по душам. Как руководитель, я считаю, она принимает очень смелые решения. Не каждому по плечу сделать то, что она сделала. У нее особый дар, я считаю. И вчера, конечно, ну сказать, что это шок, да, это ничего не сказать. Мы, допустим, я говорю про себя, да, я была очень расстроена. Очень расстроена, потому что я не знаю, как теперь мы будем дальше без нее, вот честно. Но она достаточно требовательный человек. Благодаря ей очень сильно поднялся колледж, очень сильно поднялось и пятое отделение наше, третий корпус. Человек, который принципиальный, но в то же время она относится к нам как мама, грубо говоря. То есть действительно она очень сильно переживает за всех нас, она очень к нам по-доброму, то есть, но также она справедлива. Если ты накосячил где-то, она тебя может и поругать, но если ты и хороший студент, прилежный, то она будет к тебе со всей душой. Сейчас мало кто студентов еще знает. Эта новость не сильно так распространилась. Но вот те, кто знали, достаточно потрясены, потому что мы не знаем, что нас ждет дальше, кто будет вместо нее, что изменится, что останется, что вообще будет. Ну, от всех смогу сказать, что Ольгу Николаевну мы очень любим, дорожим. Это наш любимый, так сказать, преподаватель. Научила всему, как стремиться в будущее. Улучшилось и санитарно-гигиеническое состояние зданий, помещений. То есть мы видим вот окна, которые стали красивые, светлые, которые утеплили помещение, здание. То есть, ну и по внутренним дворам пройти. То есть это и сантехнические какие-то работы ведутся, то есть и малярные, штукатурные работы. То есть и кровельные работы, то есть и если посмотреть, то есть коридоры, аудитории, тот же спортзал у нас великолепный, актовый зал. То есть работа ведется немалая, то есть работа ведется не потому, что есть работники, а потому что то есть люди, в том числе и Ольга Николаевна, то есть решала вопросы обеспечения, выбивания, грубо говоря, то есть тех же финансов, которые для бюджетных организаций очень сложно получить и так далее. То есть есть люди, которые к этому относятся не по-хозяйски, да, но тем не менее, то есть она своей силой воли, то есть своим, может быть, грубо говоря, то есть нахрапом, тем не менее, то есть вела определенную политику, чтобы создать, поддержать ту же материальную базу. Человек действительно на своем месте, человек, который своим трудом упорным, своим вниманием, то есть заботой, то есть своими отношениями, то есть определенными связями, то есть именно вот поддержал учебное заведение в этот переходной период, то есть попытался сделать так, что мы стали одним из лучших учебных заведений, в данном случае Крыма. Я работаю в колледже уже на протяжении 14 лет, и, конечно, изменения, они налицо. То есть и увеличился контингент, и оснащены кабинеты учебные, то есть и дети довольны, и преподаватели довольны.
Ну и как человек Ольга Николаевна очень хороший человек. Не только как человек, но и как прежде всего руководитель. Вот. Именно она задает нам темп, темп работы. И не зря наш девиз именно с приходом Ольги Николаевны. Политех лучше всех. Thank you.